Друзья, привет! Вы смотрите «Привет, Ахмед». Меня зовут Ахмед Базиев, я заводчик и ветеринарный врач. Сегодня мы на выставке «Россия». Выставка «Россия» — это самое статусное кинологическое событие в нашей стране, так же, как выставка «Евразия». Очень крутая, очень статусная, пафосная, большая. Здесь сегодня, по-моему, более 4000 участников, 2 дня. Так что мы будем болеть за каждого из вас, кто здесь участвует сегодня. Сейчас в этом ролике мы поговорим про наш любимый корм «Сириус», который многие из вас знают, кормят и, как говорится, вам это очень нравится. Сегодня вот у меня очаровательная моя коллега, она... тоже владелец собаки. Думаю, в скором времени тебе заводчик, наверное, будете. Она, у нее собака из питомника Голдбери. Это золотистый ретривер. И мы сейчас будем узнавать, почему она любит именно Сириус. Скажите мне, представьтесь. Да, друзья, привет. Меня зовут Светлана. Я являюсь владельцем вот этого прекрасного пёселя Голдбери из питомника. Марсика, который любит похулиганить. Иди сюда. Марсель, иди сюда. Питомник Голдбери существует более 10 лет, и что я хочу сказать, мы перепробовали много кормов и пришли к выводу, что корм Сириус является приемлемым как по цене, так и по качеству для нашего питомника. Мы растим наших питомцев, вот это помет, который 10-месячный щенок. Они все выросли на Сириусе. Да, они выросли на Сириусе. Кстати, ребят, вы знаете, что когда вы переходите на другой корм, надо переходить дозированно, в течение 7 дней, разными, подмешивая новый корм к старому, и постепенно вы переходите. Это очень важная история, чтобы не было потом проблем, что вот корм не подошел, потому что он там плохой. Не бывает плохих кормов, бывает... корма не подходят. На нашем случае, как видите, он подошел, и собака, выращенная на Сириусе, шикарно чувствует себя и даже выглядит, что немаловажно для Голдена на выставках. Да, да. Кстати, скажите мне, а какой корм для вас считается качественным, по каким критериям, и почему вы перешли именно на Сириус? Ну, Сириус, важно, что нету ГМО. Отлично, да. Это очень важно. Важно, что есть пробиотики еще. Абсолютно, что немаловажно, да. Кстати, да. Меня устроило соотношение белков. Угу. Это тоже важно, потому что, ну, собаки бывают и с аллергией. Конечно. Мы это все прекрасно знаем. Плюс от себя хочу добавить, что помимо голденов у меня есть еще 2 мелкие пенсионерки, йорки. Вы понимаете, им, йорки, да, прошу прощения. Йорки – это вот йоркширский терьер, это одна из самых популярных пород в нашей стране. В свое время они стоили конских просто денег. Люди там квартиры и дома строили на продаже щенков. Идеальный пес. Но что самое важное для йорка, это соотношение, правильно, белка, и чтобы в нем были обязательно в корме, были различные аминокислоты для шерсти, потому что шерсть йоркширского терьера – это его визитная карточка. Я так понимаю, что вы были довольны на этом корме, остались? Да, мы остались на этом корме, кормим с индейкой, отличная шерсть, собаки-пенсионеры, повторюсь, 12-летние, активные, веселые. Отлично, рекомендую. Ну, я так думаю, что вы всем рекомендуете, и мы рекомендуем корм Сириус. Привет, Ахмед, рекомендует корм Сириус. Мои собаки тоже на корме Сириус, и это очень круто. Ну вот наглядный пример, счастливый Марсель Голден. Мы пожелаем Марселю, Светлане успехов. Я так понимаю, у вас ринг сегодня. Да, мы бежим. Я очень надеюсь, что он будет сегодня чемпион, выиграет, и вы придете к стенду и получите какой-нибудь подарочек. Спасибо. От компании Липкорн и корма Сириус. Спасибо, удачи вам, успехов. Да, всего доброго. Спасибо. Да. Да.